Вице-премьер Республики Крым, постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов на пресс-конференции в Симферополе рассказал, как изменился образ республики и других странах мира за последние 4 года. В ходе пресс-конференции Мурадов озвучил итоги встреч с представителями иностранных делегаций, посетивших Крым, и о том, какие визиты повлияли формированию образа Крымского полуострова на международном уровне. Также была затронута тема сотрудничества Крыма с другими странами. От года в год, и сегодня вот уже приближается 4-я годовщина Крымской весны, воссоединения Крыма с Россией, нарастает интерес к Крыму, он не увядает, он продолжается, нарастает и количество зарубежных делегаций, которые к нам приезжают. Мы сейчас готовимся к Ялтинскому международному экономическому форуму. Он вызывает в мире большой интерес. В этом году мы пригласили представителей примерно 70 государств мира приехать на Ялтинский международный экономический форум. И по нашим расчетам около 60 зарубежных делегаций откликнется на наше приглашение.